Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вечером наступает очень важный день. Ашана Раба. Это еще один день Суккота, но он очень непростой. Давайте сейчас с вами разберемся. То с утра тут стреляют, мешают урок вести. А почему последний, вот седьмой день Суккота называется Ашана Раба? И почему он имеет специальный статус праздничный и в то же время мистический, такой немножко, я не скажу траурный, не дай бог, но такой, знаете, непростой. Мидраш сообщает сначала хорошие вещи, что Всевышний сказал нашему праотцу Аврааму: «Я особенный, ты особенный, и в силу этой особенности я назначу день в году для твоих потомков, где они получат прощение за свои грехи». Этот день будет называться Ашана Раба. Как же скажем мы? Мы же только что слышали, что все прощение будет, было Роша, Йом-Кипур. Немножко не так. Давайте разбираться. Давайте только сначала выясним. Гематрия. Гематрия имени Бога, состоящая из трех букв, это Юд, Хей, Вав, это 21. Авраам тоже жил в 21-м поколении от сотворения мира, 10 поколений от Авраама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама. И Ашана Раба выпадает на 21 число месяца Тишрей, которое начинается сегодня вечером. Мы все дети Авраама. Если, не дай Бог, не заслужили все-таки прощения в Рош Ашана, остается в запасе Йом-Кипур. Если в Йом-Кипур у нас сердце не чувствует, что мы получили все-таки вот уже все хорошо, и не удается искупить вот все за год за грехи, поступки, есть еще шанс. Это через 11 дней в Ашана Раба. Смотрите, три вышеупомянутые буквы имени Бога соответствуют трем дням прощения. Йом-Кипур наступает через 10 дней после Рош Ашана, Суккот через 5 дней, Хей, первая была Юд 10, Хей, через Суккот через 5 дней, Ашана Раба через 6 дней после первого дня Суккота, Ваф. Вот все получается. Вот в чем секрет окончательной печати, которая ставится на приговорах в Ашана Раба, а не в Йом-Кипур, как принято считать. Кстати, если возвести в квадрат число 21 и помножить его на себя, то получится 441, что представляет собой гематрию слова «эмет» – «истина». Это истинно то, что выведено на печати Бога, говорят мудрецы. Не случайно конечная печать под приговором, вынесенным каждому из нас и целому народу, любому народу в эти грозные дни месяца Тишрей, ставится именно 21 числа в Ашана Раба. Надо как можно больше быть в эти дни в суке, больше радоваться, больше, чтобы когда прискачут вот эти вот посланники Всевышнего, они посмотрели, а человек занимается Торой и сидит в суке, какие к нему претензии. Бывает и так. Итак, Ашана Раба называется днем печати. Нет у нас, так сказать, другого дня, который вот так вот связан с тем, что закрывается печать. В этот день делает все макафот, мы входим вокруг Бимы, просим Ашана, спаси. А акафот не такая простая вещь, как кажется. Казалось бы, это просто традиция народная. Давайте посмотрим, почитаем Тору. Первый ритуал акафот упоминается в Танахе, где как подготовка к разрушению города Иерихон, стен. Было 7 обходов вокруг этого города, и потом, в каждые 6 дней, потом 7 раз, и рухнули стены Иерихона. Чего же они так рухнули, описывается это все. Лулав и Аравота также относили, вокруг жертвенника обносили в храме на протяжении 7 дней праздника Суккот. Мудрецы знают, нам кажется, малейшее движение какое-то, что-то написали, это все связано с такими, ну, уже потерянными знаниями, которые остались только у самых великих. Во время традиционной еврейской церемонии свадьбы тоже невеста вокруг жениха 7 раз ходит по кругу. И вот вообще все это свидетельствует о окончании годового цикла Торы. Мы начинаем с вами уже читать Брешит. Вот как бы круг замкнулся. Мы с вами прошли все, что было выделено, все, что мы могли, мы в том году сделали. Но это значит, что мы не доделали, потому что вот она работа, ее много. Смотрите, мир несовершенный. Значит, нам в этом году надо построить новые планы. Так? И этот круг, вот этот, который замкнулся, он намекает нам, что все мы равноудалены от центра, что все равны перед Богом. И тогда, когда вот приходит Симхат Тора, уже после этого оканчивается, надо как бы вот влиться. Если обычно надо выделиться перед Богом, Симхат Тора надо влиться. Надо вот в этот, войти в этот круг танцующих, круг радующихся. Теперь два слова могу сказать еще о радости, только очень важно радоваться в эти дни. Это просто невероятно. Короткую историю, хотя время уже заканчивается, это было во время Второй мировой войны в Венгрии. В конце войны в Освенцим привезли целую группу студентов ешивы и сразу поместили в барак, из которого путь в газовые камеры. И молодые парни уже знали, куда их ведут. И вдруг один стал говорить, что, слушайте, ребят, сегодня Симхат Тора. Хотя мы не дома, не в синагоге, не свит Торы, но разве нельзя радоваться сегодня? Бог с нами, давайте танцевать и радоваться. Они начали танцевать, образовали круг. Ворвался офицер СС, там вошел охранники, ошеломленный, увиденный. Он говорит, вы хоть что знаете, что с вами будет? Они говорят, конечно, знаем.
Мы прекрасно знаем, поэтому танцуем и радуемся. Мы счастливы оставить вот мир в таком, как ты. Ну, в общем, такой смелый ответ дал ему. Офицер разозлился, он приказал перевести группу в другой барак и сказал, с завтрашнего дня я вам покажу. Я не дам вам умереть легкой смертью. На следующий день тот из руководства лагеря отправил эшеботников на работу в другой город. Спаслась вся эшива. Вот так радость праздника спасает людей. Она обязательно спасет и нас, и обязательно принесет нам радость. Хорошего праздника, всего самого лучшего.